сказочная реклама. Ну, вы знаете, сейчас у нас рекламы везде вообще, и такие сказочные сюжеты. Я просто решил свою лепту внести немножечко. Витязь на распутье. Стоит большой камень на развилке трех дорог. Муромец подъезжает. О, а куда ехать? Ничего не написано на камне. Типа, направо пойдешь, налево пойдешь. Камень. Да сейчас. Ради тебя на себе тату буду делать. Елена Прекрасная прибегает к бабе-яге. «Бабушка, помоги! Мой муж, Иванушка-дурачок, бегает всю ночь в туалет, а мне говорит, выключал телевизор, ходил пить». Баба-яга, не печалься, помогу, сотворю чудо. К ночи все будет в порядке. Ночь, Елена и дурачок в постели, он храпит, ни разу не вставал. Она смотрит на него с удивлением, светает. Дурачок открывает глаза. «Елена, как ты себя чувствуешь, Иванушка? Ты ни разу не вставал в туалет. Это какое-то чудо. Ты принимаешь простамол? Какое чудо! Какая-то сволочь замок на туалет повесил». Золотая рыбка. Поймал старик золотую рыбку. Ну, она, отпусти любые три желания. Старик, а? Как? Рыбка, четыре. Старик, а? Да не пойму я. Рыбка, пять. Пять жила, жарит старик рыбку, поднимает глаза на камеру и говорит, покупайте только отечественные слуховые аппараты. Иван Царевич входит в горницу, видит Василиса Прекрасная в одной кровати с Иванушкой-дурачком. Царевич, не понял. Дурачок, вы не подумайте ничего такого, решите представиться. Я Елена Премудрая. Просто я не я, когда голоден. Царевич, а ну жри Сникерс. Дурачок, ест Сникерс, ничего не меняется. Дурачок, ужас, столько подделок появилось. Дед Моза и зайцы. Наводнение. Десяток зайцев в панике пытаются уместиться на крохотной доске. Зайцы, ужас, ужас, мы все не поместимся. И тут подплывает дед Мозай на шикарной лодке. Мозай, не волнуйтесь, зайчишки, в этой лодке места всем хватит. Дедушка Мозай, ура, откуда лодка? Ты взял кредит в банке? Да что, идиот, спер просто. Ну и, наконец, не могу не прочесть, это моя любимая просто, волк и ягненок. Волк, сейчас, ягненок, я тебя съем, ягненок, и ты сможешь съесть меня, своего товарища. Раньше ты этого не мог. Волк, да, раньше я этого не мог. Но теперь у меня есть крем, который надежно держит мои зубные протезы. Спасибо.